Прежде чем начать, хочу попросить вас подписаться на канал и нажать на колокольчик, и ты будешь в курсе о новых видео. Сегодня расскажу о платформе, которая платит токены, то есть можно зарабатывать бесплатно криптовалюту, просто делая те вещи, которые обычно делают сидя за компьютером. В день максимально оплачивают 32 поисковых запроса через их площадку. Один запрос это 0.25 токенов, то есть максимально в день вы можете зарабатывать 8 токенов, просто еще нужную информацию через их поисковик. Если все посчитать по нынешнему курсу этого токена, примерно 9 долларов, это в зависимости от курса этого токена. Также этот токен есть уже на CoinMarketCap, торгуется на трех биржах, само расширение. И вот мы тоже видим значок этого пресерча. Вот допустим, ищу кино. Нажимаю Enter, вас перекинуло на сам пресерч, обрабатывалась информация и все, мы снова в Гугле. За каждый такой поисковый запрос вы будете получать 0.25. Вот баланс ваш. По поводу регистрации. Вводим email, пароль, повторяем пароль, вводим свою страну и регистрация. Пресерч вы можете найти в CoinMarketCap. Цена этого токена составляет на данный момент 0.036 центов. Эта монетка торгуется на трех биржах. Это HitBTC, Yobit и CoinExchange. То в год вы сможете заработать 100 долларов абсолютно на пассиве, не замечая того, как вы зарабатываете. Просто делая обычные действия, сидя за компьютером. Такой бонусик, как бы сказал бы, неплохой. Так, дальше. Когда мы зарегистрируемся, вот так будет выглядеть ваш аккаунт. Вы можете также приглашать людей. За каждого приглашенного человека вы будете получать 25 токенов. Но есть условие, что этот человек насобирает 100 этих монет и будет активным на протяжении 60 дней после регистрации. Вот эта реферальная ссылочка. Вы можете также поделиться этими реферальными ссылками в этих соцсетях. Update profile. Также я еще данные позаполняю свои. Адрес свой, вставьте сюда адрес кошелька для токенов ERC20. Потом нажимаете Update, информация сохранится. Да дальше что у нас пошло? Сеттинг. Ну, тут нам особо ничего не нужно. Так можно подключить двухфакторную аутентификацию. Ну и далее там оно особо вам, я думаю, будет неинтересно. Вам будет самое главное зайти на реферальную ссылочку, чтобы приглашать людей. И ввести свой кошелек. Больше вам ничего не надо. Так что вот так. Также мы можем нажать на баланс. Эти токены, которые вы заработали. Вот за каждый поисковой запрос я получал 0.25. Ну, ранее давали еще за регистрацию 25 токенов. 25 этих токенов. Возможно, мне они еще придут. Так, и друзья, еще внимание. Чтобы вывести эти токены, вам нужно насобирать 1000 этих монет. Так, ну я думаю, я вроде все приблизительно рассказал. Если вас что-то будет еще интересовать, то вы пишите внизу под роликом, я всем отвечу. Я думаю, вам понравится такое расширение. Такой доход, можно сказать, на пассиве. Вполне обычные свои повседневные действия будете получать. Небольшие, но все-таки монетки. Так, кстати, еще плюс, что они уже торгуются на бирже и их вы можете продать. Так что приглашайте людей, сами занимайтесь, пользуйтесь. Проект нормальный, хороший, так что устанавливайте, пользуйтесь и пишите под роликом комментарии, что вы думаете по поводу этого проекта. Пока-пока.